2024 год объявлен годом качества. Во всем мире слово «белорусский» применительно к калию уже стало синонимом высочайшего качества. И это заслуга специалистов-химиков «Беларусь-калия». День химика – масштабный праздник градообразующего предприятия Солигорска, позволяющий отметить людей труда, которые заслуживают, чтобы в них общество видело своих героев, чей профессионализм ведет к социальному успеху. За многолетие недобросовестный труд, достижение высоких производственных показателей, значительный личный вклад в развитие химической промышленности, почетными грамотами, благодарностями Минского облсполкома и Солигорского райисполкома были награждены лучшие представители отрасли. Всего 289 работников. Знаком почетный химик 5 человек. Очень благодарен вашему труду, который, как одна большая семья, выполняет эту работу под мудрым руководством и креативным руководством Головатого Ивана Ивановича. Вы очень сильные социальные партнеры и выполняете очень хорошую социально ориентированную политику для города и Минской области Республики Беларусь. Благодаря вашим стараниям мы сегодня можем это почувствовать все вместе. И благодаря вашему труду, вы сегодня производите качественный продукт, в котором есть гордость, в котором есть уверенность, что это на долгие-долгие годы. Специалисты-химики «Беларусь-калия» – это люди, отличающиеся ответственным отношением к своему делу, творческим подходом к работе, умные, талантливые и трудолюбивые. Каждый из награжденных подчеркивает, что его достижение – прежде всего результат труда сплоченного коллектива. Это награда всего коллектива, а не моя. Весь коллектив хорошо сработал. Работая на предприятии 24 года, в этом году мне предоставилась честь получить благодарственное письмо за мой труд. Очень рада и благодарна своему руководству. Я желаю коллективу развиваться и дальше работать сплоченно в таком же единении, как и мы работаем. На предприятии где-то больше 20 лет работаем. Труд очень тяжелый, можно сказать. Всего добиваться надо усердием, упорством. Подаешь пример, к чему может привести вот эта вся труд, упорство. Праздничную атмосферу мероприятия весь торжественный вечер создавал Национальный академический оркестр симфонической и эстрадной музыки Республики Беларусь имени Михаила Финберга. Солнце льется прямо с крыши, потоки солнечного света, у киоска ты стоишь.